Они знают, как определить возраст рыбы и чем кормить ящериц. Областной детской экологической экспедиции ЧИР исполнилось 25 лет. Сегодня завершился очередной юбилейный поход в тайгу. В палатках без удобства интернета ребята проводили свои научные исследования. Что изучали юные ботаники и зоологи, узнала Евгения Зубцова. Вот, ребята, посмотрите, у нас сегодня в паутинную сеть попалась птичка. Птица-чечевица попалась в сети юных зоологов утром. Ловушку поставили специально, чтобы поближе познакомиться с фауной Вагайского района. После рассказа о пернатой ее отпускают на волю, а ребята отправляются дальше в лес, где на каждом шагу столько всего удивительного. Вот здесь вот так вот можно поискать. Где-то тут белочка покушала. Где-то, так сказать, вот. Кстати, дятлы едят кедровый орех еще лучше, чем кедровки. Эта экспедиция длится 2 недели. Ребята исследуют тайгу вдоль и поперек. Каждая травинка, перышко или след животного – находка. Вот энтомологи изучают насекомых. Столько экземпляров поймали всего за несколько часов. Есть редкие виды. Коллекция бабочек для ребят особенно ценна. Чтобы я приехал домой, повесил ее на стенку и вот вспоминал, как я ездил в ЧИР, чтобы у меня такая коллекция есть. Здесь собрались 96 ребят со всей области. Живут в палатках, но им не до удобств. Задача каждого – написать научную работу. Полина с подругой изучает ящериц. Они уже поймали экземпляры двух видов. Смотрят, чем питаются и как себя ведут. Здесь не ловит сеть, ну и так далее. У нас как бы это есть книжки, там 2-3 книжки и свои наблюдения. То есть сама работа, зачем мы сюда едем? Не для того, чтобы в интернете все сдуть, а на своих научных наблюдениях взять тему и раскрыть ее. Я вижу печень вот маленькую, вот эту, вот она такая маленькая, вот, а это кишечник. Тем временем другие ребята делают ихтиологический анализ рыбы. Даже чешуя плотвы – ценный источник информации. Она покажет возраст. Исследование доверили Марии, она четвертый раз в экспедиции. Здесь обретаешь таких людей, на которых ты можешь положиться в будущем. То есть вы общаетесь, и потом весь год ты вспоминаешь, вот я ездил в ЧИР, как там было здорово. Свои научные работы ребята защитят на итоговой конференции. Лучшие получат путевку в экспедицию на следующий год. Евгения Зубцова, Александр Вележанин, «Тюменское время».